Всем привет, вы на канале Ольги Швец. Я только что вернулась из магазина Fix Price. Это мои чудесные покупки. Вот такая репродукция с клеткой. Вот такая красивая, с пионами. Вот такой подсвечник со свечкой. Вот такие белые розы. Наконец-то, боже мой, я напала, что вот их есть много. И я купила еще, сейчас покажу. Вот такой ободок для того, чтобы сделать корону из цветов для фотосессии. Это будут белые розы на ободке с помощью клеевого пистолета. И, в общем, на фотосессии это будет супер-пупер-пупер-пупер-пупер. Мне просто надо продумать, укрепить ли розы с листвой или просто розы. Или как бы с розами это будет слишком как-то лысо, убого и примитивно. Или все-таки оставить листочки местами. В общем, если вам интересно разбирать дальше мои покупки, то оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. Это Ольга Швец. Вот такие новиночки косметические, давайте их посмотрим вместе со мной. На камне, на пар для бани. Я понюхала, пахнет эвкалиптом. Ну, то есть это эфирные масла разбавленные. И я думаю, что их можно не обязательно на камне в баню. Можно еще и в воду добавлять, когда ванну принимаешь. Наконец-то напала на медовую серию. Вот такая медовая маска для волос в количестве 2 штук. Жирный крем. Там были другие крема, но у меня других кремов предостаточно. А вот как работает жирный, мне интересно. Для тела скраб мусс. Вот такое жидкое фитомыло, 2 точилочки на 2 карандаша с такой чистящей штучкой, всего по 53 рубля. Вот такой бальзам, крем-бальзам для тела. И вот такой скраб-мусс тоже для тела. А здесь тоже скраб-мусс. Хлебный спас. Ну что, Попробуем, попользуемся, сделаю полноценный обзор, уже тогда вообще, наверное, на весь 100 трав. Огромная линейка, то есть я не просто так это говорила. В прошлый раз, когда я была, я увидела вот эти вешалки, хотела схватить, но по какой-то причине не схватила. И в этот раз я взяла их 4 штуки, на каждую из них можно повешать по 3 пары брюк, либо юбок. Либо таких вот платьев и топов. И вообще я такими пользуюсь. Сейчас покажу. Вот этой вешалки, наверное, года, не знаю, может, лет 5 ей. Вот этой вот. То есть она у меня есть в наличии. Я такой пользуюсь. Только она немножко по-другому выглядит. Но я эти не распечатывала, поэтому, может быть, как бы они такие же. Такие же упругие, они упругие должны быть, поэтому они удерживают и тяжелую ткань, и плотные брюки. В общем, рекомендую. Они немножко другие, то есть каждая в одной пачке получается 3 вот таких штуки. Ну, в принципе, нормально. Я вот сейчас на фотосессию собираюсь, я буду на такую вешать корсеты H&M-овские и вечернее двухстороннее платье. То есть вообще нормально. Туда приедешь и там... Так, вот это... Она не крутится. Это уже не очень удобно. То, что она не крутится. Ну, для шкафа это нормально, я думаю. Для шкафа это хорошо. Или для... Есть такие гардеробные, которые вот так вот стоят. Вот просто дома. Влажные салфетки Игоря. Носки и сплат лечебные травы. Это на случай, я все же не призываю вас покупать сплат или сплэт в фиксе, потому что это невыгодно. Но это на случай, если вдруг мы захотим купить в магазине, по какой-то причине не будет, чтобы у нас так на всякий случай. И вот еще я купила горячий шоколад и какао. Бумажные полотенца «Фамилия», они лучше, чем те с зайцем, которые я покупала. Это я совершенно точно могу утверждать, потому что у меня как раз сушились кисти. Я еще одну пачку распечатала, размотала и положила кисти. Они более плотные, в общем, они более качественные, чем те с зайчиком и связанным рисунком.